Крошка Антошка ТВ представляет. Это пожарная машина. Пожарная машина – это специальное транспортное средство для тушения пожаров и для других спасательных работ. Это машина такси. Такси – это общественный транспорт. Машина такси используется для перевозки пассажиров по указанному адресу. Это скорая помощь. Машина скорой помощи – это специальный автомобиль для перевозки в больницу людей, требующих срочной медицинской помощи. Это мусоровоз. Мусоровоз – это специальный грузовой автомобиль с большим кузовом, предназначенный для загрузки и вывоза мусора на свалки. Это полицейская машина. Полицейская машина – это транспортное средство, используемое полицией для патрулирования улиц. Это эвакуатор. Эвакуатор – это специальное транспортное средство, предназначенное для перевозки автомобилей в случае их поломки или аварии. Машина технической автомобильной помощи. Если машина поломалась в пути, машина техпомощи обязательно приедет и поможет исправить неполадки. Ну что, какой мультик ты будешь смотреть дальше? Выбирай, жми на картинку. Подпишись на наш канал.